Заячка. Всем привет. Друзья, всем привет. А ты? Мурка, нельзя. Друзья, Катя пока потихонечку будет убирать. Мы, один уже лежит. Сегодня, друзья, планируем убрать двоих, потому что завтра рынок. И как раз мы завтра хочу вывести, короче, на рынок. Продать, потому что, друзья, и корма нужно покупать, кукуруза-то есть, а все равно надо и пшеничку, и ячмень покупать, и комбикормчики. Ну, короче, понятное дело, и себе оставим немножко. А убираем, почему так мы решили. Мы давно уже как бы это планировали, потому что пятнашку нужно проглистовать перед покрытием, потому что вот сейчас она будет, придет в охоту, мы ее будем покрывать. Но прежде чем покрыть, нужно ее проглистовать. А этих, если мы бы проглистовали, то их нельзя убирать. Поэтому мы сейчас, чтобы не играться там, знаете как, переселять, есть место. И вот загончики, там возле них загончик. Но мы решили... И пора их. Да, уже они все равно, уже как бы они не растут, только набирается сало. Как бы будем, решили... убрать. Ну и пока еще, знаете, ночью прохладненько, потому что туда дальше, если будет жара, его сохранить тяжело. И как раз хоть попробуем, потому что... Да, кстати, да, мы так ни разу не ели, ну, вот такого вот вьетнамца. Ну, не знаю, да, выход мяса. Да, потом еще что-нибудь приготовим с них. Так что такие дела. Ну, Катя потихонечку, я могу там отвлекаться, мы никуда не спешим, я ей там буду помогать, да, по возможности, что там надо тяжелое такое. А так... Солому. Да, отлично, да, отлично. Все, вот они счастливые. Ну, короче, друзья, будем заниматься и, я думаю, будет нам счастье. Друзья, уже второй анаболик лежит накрытый, уже полностью я его как бы сделал. Съездил, купил клеенку, приготовил, ну, чтобы... В машину все положить. Оно еще и хорошо. Погода такая пасмурная стала, похолодало. Ну, как раз для мяса будет хорошо. Ну, ночью все равно там плюс 7 вроде бы. То есть, эта погода, ну, температура нормальная. Как раз, ну, ничего не случится до утра. Ну, а завтра, я думаю, на рынке я продам все, что нужно. Ну, и себе, естественно, и себе оставим, попробуем. Ну, друзья, честно я вам скажу, Пумба, что такое? Честно хочу сказать, хоть они и небольшие, но все равно тяжело. Что с одним надо заниматься, что с другим, как бы оно все равно, время идет. Да, Катька? Катя пошла ненадолго домой. Там и яйца надо перевернуть. Ну и, короче, и по-домашнему там что-то она сделает. Все. Завтра будем ей, наверное, уколем ивермектин. И будем ждать, когда она придет в охоту, будем покрывать. Здесь она и будет, друзья. Она уже нагадила немножко. Ну, молодец. Он чешется. Катя перед уходом ей посыпала. Да, пятнаха. Все, занимайся, занимайся. Ну и друзья, сало где-то вот такое. Ну, на этом я не знаю, этот меньше немножко. Ну, а на том сало с одной половины, ну, не все, получается, там на ноге чуть-чуть. Короче, с одной половины 10 килограмм сала. Так что, ну, говорят, вкусное сало. Посмотрим, друзья, посмотрим. Все, пятнашка тут. Друзья, жасминка вообще, по идее, еще часто спрашивают, когда. Она должна, по идее, в мае привезти. Мы ее уже почти запустили. Ну, как раз туда-сюда скоро запустим. И она где-то в конце мая должны быть маленькие козлевичи. Ну, а там, друзья, видно будет. Вы видите, как. Ну, сейчас уже мы их чувствовали. Так, сегодня, наверное, квочек мы не посадим, ну, а там посмотрим, друзья. Так, два, и он еще снесли, не понял я. А что вы тут снесли яйцо, а, артисты?
И вот яйцо что-то снесли. Квочки, видать, не пускают, я не понял. Но она здесь, в принципе, сено накидает. Она что-то не думает, что здесь гнездо. А ну, куда ты нагребла? Сегодня посадим уже тебя. Сегодня посадим. Сегодня посадим. Да и тебя посадим. И ты нагребла. Гляньте, клюются. Позабирать на... А! Ох, и больно клюются. Так, ты... Ого, это себе нагребла. Ты что, вообще уже? Так. Есть. А ты что тут сидишь? А ну, тикай. Тикай. Ох, и эти нагребли. Ну, сегодня, друзья, забот много. Сейчас надо будет собрать. Так, 3, 6, 9, 12, 15, 18 штук, по-моему. Ну, еще не вечер. Еще, я думаю, ого, гляньте. Все индюшки пришли в гнездо. 3 сидит и 3 здесь. А одна только не пришла, вон она, их 7 же. Сейчас они все здесь. Ну, я сегодня, друзья, даже не управлялся. Катя сама все всем подавала. Покормила, попоила. Единственное, сено принес. И все. Больше ничего я не приносил. Только сено. А, вот эта квочка. Вот она гуляет. Ну, которую вчера откинули, друзья. Так что... Ну, как поют петухи. Ну, друзья, давайте сейчас я доделаю уже. Ну, я думаю, еще пару часиков. И дальше посмотрим, что получится. Ну, утки тоже гуляют. Все, Катя здесь все сделала. Ну, я же говорил уже много раз, друзья, что Катя может сама управиться, и я могу. Мотоблок вытолкнул. Машину внутри тоже уже помыли. Ну, короче, занимаемся, друзья. Под накрытием вообще милое дело, мне нравится. Ну, единственный еще плюс, что они небольшие, на столе. Намного удобнее, спина вообще не болит. А то немножечко поработаешь, и спина прямо как будто лом туда вставили. Ну, а так, в принципе, нормально. Друзья, этим даже здесь, наверное, жарко. Потому что все сюда идут, индюки. А может, пока они не подружились с селяком. Ну, хотя никто не дерется. Да не, температура вон 27,9. В принципе, нормально, он там тепло. Это плюс датчик вон здесь, на самом низу. А в углу, может, там еще теплее. Ну, короче, у них тут тоже все отлично и великолепно. А, и цыпленок там, он, видите, возле него, возле индюков, галашейный. Притворился, что он индюк. Ну, все, такая здесь стайка небольшая. Короче, занимаются они здесь. Друзья, ну, сейчас туда сходим, почти закончили. Она даже и не поняла, что их нема. Жрет нормально, аппетит хороший у нее, он, гляньте, выедает. Катя уже управляется. Здесь она тоже поубирала. Ну, сегодня точно, друзья, садить не будем, уже завтра посадим. 4 квочки сюда же посадим и потом оставим одной курочки. Ну, а пятнашка, я думаю, она уже завтра и не... Да, она уже, наверное, не помнит, что они здесь были. Ничего страшного. Так. Козочки. Малые там танцуют. Сейчас я, друзья, покажу, сколько яиц. Уже получается 60, 70, почти 80 штук. А это немножечко лопнутые. Я, друзья... Это, видать, это я виноват. Я тогда сложил в кучу и забыл их забрать. Ну, побежал сюда делать. Дальше
заниматься. И, ну, нам же тоже кушать что-то надо. Так что, отвезли, друзья, потому что резали двоих, за, ну, убрали. Отвезли там и Надежде Ивановне кусочек сала, мяса, батя отвезли, еще дадим дедушке, бабушке. Так что все будет нормально. Так что такие вот дела. Так, девки. Они тоже уже поели, да? Да, потому что сегодня много вкусного было. Ого. Отходы с кухни, и они... Они быстро, когда с отходами, они быстро. Катя, ну Катя пока я там смолил, коптил. Катя здесь поубирала, вообще молодец. Да, Зайка? Навела порядок. Я не могу смолить. Да. Ну, друзья... Мы сегодня подустанем, уже подустали, еще немножко подустанем, потому что еще заниматься получается. Сейчас еще пока поубираем, достали сковородку, немножечко помыть. Ну, а так она, в принципе, в нормальном состоянии. Поубираем здесь, позаметаем все. Ну, здесь вода, мусор там немножечко начали заметать. Зая, а где ты положила помидоры? Хотел показать. Ты их уже отнесла, да? Ну, короче, друзья, знаете, я вспоминаю, раньше всегда, когда убирали поросенка, когда родители были еще живые, и... Сейчас, подожди, ага. И этот, и... У меня слюни потекли. И мамка сразу там делала по 100 грамм там делала им. Мясо там жарили. Вот эту вот печенку. Мы тоже оставили кусок печенки. Да, там осталось. Мяска оставили, это передняя нога. Купили помидорчики, огурчики. Ну, сделаем салатик. Картошки взяли. Ну, я сетку взял маленькую. Она останется там еще. Все равно уже, как бы, надо покупать. Ой, я не могу, друзья. У меня слюни прям текут. Машина загружена уже. Все там, короче, что на базар будем везти. Ну, естественно, у нас еще же и дома осталось, а мясо завтра тоже. Сегодня мы не будем ничего делать, уже сегодня приготовим, как бы, на природе. И уже и поужинаем заодно. Постепенно сейчас все доделаем. Сейчас туда-сюда уже. Сколько времени сейчас уже, наверное? Я уже потерялся и во времени. Ты замученный, видно, полседьмого. Полседьмого. Ну, до восьми еще час светло. Да, петрушечка здесь есть. А тут, кстати, друзья, гляньте, и кучерявая вот. Да. И вот такая обыкновенная. Ну, как мы и хотели. А лук-батум что-то пока не всходит. Но я думаю, взойдет. Так что такие вот дела. Это я достал доски. У меня были. Кате лавочку я делаю. Ну, оно не Кате, и себе делает тоже. Так что, друзья. Ну, пока да, друзья. Ну, время есть. Мы все равно как бы тут находимся. То все, 5-10. И как бы... Сразу заодно и поуправляемся. Как раз пока будет готовиться. И мы сразу отсюда пойдем домой. Пристрелил я сегодня. А, нет, вчера я пристрелил. И все, и уже никто не вылазит. Ну, а тут, в принципе, все отлично, великолепно. На днях уже станет легче и по кормам, и управляться. Ну, как бы все равно. На очереди следующие уже будут индюки. Ну, которые постарше, нам и надо самим посмотреть. Ну, и, ну, вообще, мы для этого как бы занимаемся, друзья. Потому что, что продадим, что сами скушаем. То есть, это такая, такой род деятельности наш получается. Гляньте, какой же петух. Они тут уже дерутся полным ходом, я смотрю. Здесь они даже как-то и веселее стали, да, Зай, ты видела? Она уже ушла. Да, гляньте, все. Вон и мелкие тут выбегают. Ну, я думаю, эти вот, вот этот и вот этот. Такой штанок. Да, Зая, ты слышишь, я вот говорю, тут они как будто веселее стали, да, какие-то? Свежий воздух. Побегали, да, свежий воздух. А, вот, да, вот этот индюк и тот, то два индюка, которые самые первые. Друзья, гляньте, Мурка вышла. Мурка. Позвонили, я просто предлагал тут некоторым людям, ну, своим знакомым,
И пришли только что, забрали голову одну и сало взяли. Ну, нормально, нам... Кстати, Зай, надо сейчас деньгами так поводить. Ну, я так, как на рынке делаю. И еще, друзья, кстати, спрашивают. И я не могу ответить, потому что не знаю. Ты видишь, Мурка вышла, Зай? Они все сегодня понемногу. Да, я видел, видел. И мы будем сейчас пробовать, друзья. Ну, я думаю, они молоденькие, все хорошенькие. Я думаю, будет очень вкусно. Поэтому, как сказать... Пока еще ничего не могу сказать, а уже завтра скажу, вкусно или не вкусно, да, Зайка? Все, друзья, будем заниматься, немножечко подустали, и Кате нема настроения. Ну, ничего, надо и мотоблок. Ну, короче, я дровишек напилил, пока тут стояли, разговаривали, думаю, я попилю немножко. Попилял, да? Такая работа тоже нужна. Веса надо будет приготовлю. Они работают от аккумулятора с не с автомобиля, а с этого, с мопеда. Я сниму, там провода есть, подсоединяются, и вот так они будут стоять. И, то есть времени хватает, там они могут работать несколько часов. Как раз мне хватит. Так что такие дела. Все, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока. Всем пока.